Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Многие, кто хочет выписать семена Настеньки, интересуются. Вот после того, как я обобрала нижние вот эти кисти, которые были такие большие, красивые, все, пятая, там, шестая кисть, прекращает ли Настенька после этого формирование, ну, кистей, заканчиваются ли у нее завязи? Вот я пришла показать. Нет, Настенька не прекращает и будет плодоносить очень долго. Вот смотрите, низ я обрезала, вот были кисти, все я убрала, я уже семена с них сделала, все. Дальше кисти продолжают также дружно формироваться и наливаются. Причем плоды, следующие кисти, они не намного мельче, они тоже крупные. Видите, вот, они такие же крупные плодики у нее, все. И она... Вот она идет, еще завязывается, еще формируется. Тут еще цветет, формируется, завязывается. И она будет завязывать свои плоды, формировать еще очень-очень долго. В прошлом году у меня Настенька плодоносила до самых морозов. И вот видите, что уже высоко... Но плод не намного меньше, они не сильно мельчают. Даже вот третья, четвертая, пятая кисть, они все равно большие. Видите, образуют большие плоды. Так что она, это сорт, как, не, я бы не сказала, что разового использования, что раз, я обобрала и все. Детерминантный, он как скороспелый закончил свое плодоношение и все. Нет, плодов образуется еще очень много. На всем кусте вот они идут, дальше и дальше. И формирует она их дружно. Видите, поскольку. Конечно, тут и будут и мелкие, немножко помельче, но будут и крупные. Так что Настенька — это очень урожайный сорт, и у него длительное плодоношение, несмотря на то, что он детерминантный. Спасибо. Вот это я ответила на тот вопрос, который мне задали. Про Настеньку, как быстро она заканчивает свое плодоношение. Все, до свидания. Заходите ко мне на страницу и смотрите, там есть и видеообзоры, уже дегустации сортов. Все внимательно изучайте перед тем, как заказать на будущий год себе томаты. До свидания, желаю всем хороших урожаев.